пытаетесь себя похоронить формулировкой, ну, у нас никто никогда не зарабатывал, и я никогда не заработаю. Ну, просто скажите, я не хочу рисковать, я не хочу действовать. Мне нравится такая жизнь. Тогда примите ее, учитесь, так сказать, смирению и принятию. Но если вы не готовы, в этом случае надо признаться в себе наличие амбиций. И признавайся в наличии амбиций, понять, что перед вами стоят задачи, которые вам нужно сделать. Если вы не вкладываете во что-то усилий, это не развивается. Это не становится лучше, оно становится хуже. Если олимпийский чемпион, выиграв медаль, сядет на пятую точку и, как бы сказать, будет счастливо разглядывать свою золотую медаль, он через 2 года наберет 20 лишних килограммов. Если мы хотим чего-то добиваться, это постоянно требует усилий. Можно, конечно, найти какое-то оправдание, но будет ли оно тем, что вам нужно? Вот я сильно в этом сомневаюсь, потому что неудовлетворенность есть, а оправдание не приносит радости.